На конкурс дети читают стихи. Матвеева Марина, 2-й Б-класс. Враги сожгли родную хату, сокращение. Враги сожгли родную хату, сгубили всю его семью. Куда ж теперь идти, солдаты, кому нести печаль свою? Пошел солдат в глубоком горе, на перекресток двух дорог. Нашел солдат в широком поле, травой заросший бугорок. Не осуждай меня, Прасковья, за то, что я пришел такой. Хотел я выпить за здоровье, а должен пить за упокой. Сойдутся вновь друзья, подружки, но не сойтись вовеки нам. И пил солдат из медной кружки, вино с печалью пополам.